Эту собаку по кличке Кэсли нашли на обочине в тяжелейшем состоянии. Тело животного было все сплошь изъедено паразитами. Внешний вид говорил о том, что доживать животному остается совсем недолго. По воле судьбы возле собаки остановилась машина, и, заметив приоткрытую дверь, животное быстро запрыгнуло внутрь автомобиля. Люди пожалели ее и тут же отвезли в ближайшую ветклинику. Следует отметить, что будучи в таком тяжелом состоянии, Кэсли не проявила ни малейшей агрессии по отношению к своим спасителям. Бригада врачей трудилась день и ночь, спасая собаку от смерти. Псу предстоял длинный путь к здоровой и полноценной жизни. Шло время, и с каждым днем Кэсли становилось все лучше. Животное потихоньку стало набирать вес, а его глаза выражали бесконечную благодарность и даже оптимизм. Собака нашла настоящих друзей. Она больше не ночевала одна на улице. Какие же все-таки любовь творит чудеса? Расскажите об этом случае своим знакомым и покажите им пример истинной доброты, которая есть в мире. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.